Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1378. События дня. Евангелие от Иоанна 5:39. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. За 24 сентября 2019 года. Ну, обращение прочитайте. Курсором приостанавливайте, чтобы можно было такие события были в письменном виде. А так, в огороде почти все убрано. Сегодня собрали 2 ведра помидоров. Подумали, как плод выносить. Большой плод сделал Володя. Я говорю, никак не надо. Пусть на воде стоит и мерзнет, а потом оттает и все. Его не поднять. Он говорит, а я его шурупами свяжу. Размонтирую, да, потом увезу, а потом опять соберу. Да зачем это нужно? Ничего ему не будет, я так думаю. Это все. А вечером еще смотрели что-то, кое-что другим пришлось показать в фильме «Идиот» по Достоевскому, отдельные кадры. «Апостол» Миронов Евгений играет. И ликвидация. Момент, когда человека они посылали, и он внедрялся в их среду, там враждебную. Вот это меня больше всего интересовало. Более ничего, у нас никаких событий-то и нету. Полная тишина. Погода сегодня стояла хорошая.
Как услышал я у Игоря Барабаша, скоро заканчивается уборка, почти все убрал благополучно. Ну, вот так вот. Слава Богу. Куда ни повернешься, слава Богу. Слава Богу. И события дня, они такие простые. Богу нашему слава.